удобнее. Прям. О. Блин, как же круто я могу рассесться, когда играешь с геймпадом. Поехали. Трюм-трюм-трюм-трюм. Я ползаю, мне совсем не надоело за последние 9 лет существования этой серии. И плюс еще 3 отличных игры про принца Персии. Ты, у него щит Капитана Америки, смотрите. Говорят, сзади пиздить их надо. Нифига себе, он ходит, еще и оборачивается. Ты что, модный, что ли? Черт, плохое укрытие. Он же меня может тут заметить. Хотя... Кого он заметит? Кого ты замечать собрался? Кого ты замечать собрался? Потрох. А, спасибо за великолепный чекпоинт. Господи, не, я понимаю, почему в этой игре такой низкий рейтинг. Эти чекпоинты, это просто пиздец лютый. Я просто ничего не могу сделать другого, кроме как подниматься сейчас вот сюда. И смотреть этот вонючий ролик раз за разом, раз за разом. Раз за разом, за разом, раз, раз. За разом. Железный щит. Выполните переказ, чтобы найти... Иди сюда, мой сладкий шугакуб. Тюрем, тюрем, тюрем. Так, что ж... Что со вторым делать? Черт, он тревогу поднимет. Раз за разом, раз за разом. Раз за разом. Потому что Ubisoft раз за разом. Льют говно нам прямо в... Ну ладно. Ничего страшного. Да-да-да, спасибо за обучение. Очень нравится. Спасибо. Ня. Ня, пока. Ну, так, теперь она не использовала. Ну, давайте ждать, хули. Надо же убить их. Мы ведь убийцы ассасинов. Нет. Тамплиеров. Азазин убийц тамплиеров. Так, быстрее, 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 сука. Быстрее, быстрее. Быстрее ветра. Хорошо. Так, золото. Тут у нас чё? Тут у нас продвинутый арбалутчик. И он видит его, смотрите-ка. Нужно как-то его отвлечь. Не, не получилось. А, так иди сюда. Блин. Серьезно? Нельзя. Ну, тут есть, конечно, момент этот. Нужно как-то его... Да, тут был... Именно этот момент. Тут и был. Сейчас они оба типа отвернутся. Нужно как-то его отвлечь. Ну, убить. Так чё она не убивает-то? Манда тупая. Нужно как-то его отвлечь. Она тупо не убивает. Ей просто не хочется. Она может это делать, но она не хочет это делать. Потому что, очевидно, так захотели разрабы. Нужно как-то его отвлечь. Ох ты ж, сука. И теперь у них сбилась фаза. Блин, ну типа он видит, что они шевелятся.
Ладно, хер с ним. Тревогу же он не поднял. Не поднял. Значит, меня все устраивает. Все равно ты умрешь, потому что я маленькая обезьянка. Так, а к нему нельзя залезть? Нет? В хату. Прям в хату. Через форточку, давай. Нет? Нет, нет, нет. К сожалению, нельзя. Давай. Так, вас двое тут, да? Че у нас есть? Шумовые гранаты. Так, ну пока они у меня фуловые, типа. А, они отвлекаются друг на друга. А чё он вдруг развернулся-то, блядь? Сука, да? Чекпоинт. Чекпоинт. Чекпоинт, Ubisoft. Nice work. Нужно как-то его отвлечь. Nice work, Ubisoft. Пошел отсюда. Nice work, блин, мисс мастера хренова. По расставлению чекпоинтов. Не пока, как говорится. То есть он просто разворачивается иногда или чё? Окей. Он просто поворачивался, оказывается, на полсекунды. При том, что глазика, сука, у него почему-то не появлялось, если не ошибаюсь. Или появлялось, я в шары просто долблюсь. Глазика-то не было. Есть. Глазика ведь не было. Был ли глазик? Вот в чем вопрос. Если был глазик, то значит я долблюсь. Если не был глазик, значит Тодд Говард долбится. Ну, юбисофтовский Тодд Говард. Я просто не знаю, кто у них там в Юбисофте главный. А, синхронизация. It's my profession. Так, мне налево, что ли? Это что еще за ДНК порванная? Первый раз такое вижу. Или нет? Не знаю. Бля, уровень-то большой. И он еще еще... Скорее всего, я вот здесь пройду, а потом вот здесь вот хоп, за углом и заверну. Хотя, возможно, там квестовый этот. А какой у меня квест здесь? Ну, помимо убийства одного ублюдка. Блин. Блин. Ням-ням. Так, ну квест снизу. Ой. Давай. Тупая. Так, квест там. Насколько я понимаю. Сделайте так, чтобы никто не нарушил покой этого места. Да это что за казачок там? Вейбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Вот это настрой. Вот это я одобряю. Убить стражников, все дела. Стоп, там же еще один был. Он ушел, что ли? Вроде же был еще один. Или я в шары долблюсь снова. Так, что там у нас?
Но он не должен увидеть, если я его здесь убью. Правильно? Правильно. Я на всякий случай еще дальше его оттащу. Мало ли, может, подойдет кто. Оп. А что, можно прыгнуть здесь, нет? Нет, но можно подозвать его свистом. Блин. Тебя как звать, как говорится? Свистом. Значит, не работает. Юнис Малот? Не, я буду называть его Тодом. Что-то... Чё этот тип вообще ничего не это, не предпринимает? Просто стоит на месте и ничего не делает. И тот тоже стоит на месте и ничего не делает. Как тебя отвлечь-то? Труп нашел, сука. Ну тут тупо, тут нельзя трупы скидывать. Бэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Трупы нельзя здесь прятать. Сука. Блин. Убейте стражников с пищалями. А, это побочный квест. Убить побольше людей. Это я могу. Окей. Труп нельзя скинуть из окна. Вот это мега тупо, как по мне. Вам так не кажется? Питер. Так. Бэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Что же сделать там? Ну, то есть, в принципе, идя за спиной у этого, то есть, ну, вы поняли, что я сейчас сделал. Я шел за спиной, типа, у типа, и за счет этого меня второй не сразу увидел. Но я этого же, типа, и сагрил в итоге, у которого за спиной шел. Давайте попробуем провернуть сейчас тот же трюк, только, ну, успешно. Вот в это окно он же не заглядывает? Заглядывает, конечно, блять, он заглядывает в каждое окно, мразь. Да, мразь. Бэйбинь окружен стражниками. Бэйбинь стражниками мне окружен. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Блять, он успел закричать и... Ну блин, ну что за дерьмовый чекпоинт? Вы посмотрите. Бэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. О, не считается же тревогой, да? Нет, вроде нет, не написано тревога. Может еще по той стороне? Нет, ну... Раз уж я по этой начал, то по этой и пойдем. Ну блин, пройти до самого конца толку-то. Там есть место, где можно трупы спрятать? Вроде нет. Одни окна. Но из окон тут нельзя выкидывать трупы вниз. А я что поделал? Таковы правила Тода Юбисофтовского. Юбитод. Буду называть его Юбитод. Попробую дойти до конца. Что мне это даст? Вот в чем вопрос.
谁？他们跑哪去了？Показалось тебе, чувак. Блин, ну нет, нельзя. Надо весь этот коридор истребить. Но тут негде трупы прятать, вонючий юбитот. Как мне их убить? На самом деле есть у меня одна идейка. Но действовать надо очень быстро. Ну, это, то есть, блин. Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Эта комната, она сделана так, чтобы я, типа, не мог убить всех. Но я против такой политики Юбитода. Юбитод вообще не прав в этом моменте, типа. Не пытаюсь я спрятаться в этом говне. Хорошо. Я собираюсь убить всех. Всех в этой комнате. Даже если я потрачу на это, блин, весь сегодняшний остаток стрима, я это сделаю. Естественно, блять, я не хотел залазить туда. Ну, Юбитоду лучше знать. Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет так проще до него добраться. Да, блин, это надо очень-очень. Сейчас попробуем. Сейчас еще кое-что посмотрим. Я использую весь свой арсенал, сука, но я сделаю это. То есть, видите, пройти-то без убийств вообще не сложно. Ну, зафейлил я чуть-чуть сейчас, но кого это волнует? Сука. Вообще не сложно пройти без убийств. Я не понимаю, почему это так считается такой, это, типа, стражниками. Самым крутым мне нужно убить их. Способом так будет проще до него прохождения. Добраться. Это же изи. Вот пройти так, чтобы эту комнату зачистить без поднятия тревоги, имеется в виду. То есть понятно, что с поднятием тревоги это любой шкалотрон сможет. Хотя... Не знаю, школьные годы, наверное, это не показатель того, что человек не умеет играть в стелс. Потому что, ну, второй команды с какой-нибудь на максимальной сложности я проходил в довольно молодом возрасте. На самом деле, я сам себе жизнь сейчас... Меня интересует одно. Сейчас посмотрим. Сейчас, на самом деле, я сам себе усложняю жизнь того, что, тем, что не убиваю вот этого правого. Но надо кое-что проверить. Да, он агрится. С этого момента именно это я и Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще. Вэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться.
Так. Сейчас. Сейчас должно сработать. Честное слово. Вот этот рай успешный, я чувствую. А. Да, я вспомнил, почему я не убиваю этого типа, потому что теперь я не смогу пройти туда. Ну, смогу, на самом деле. На самом-то деле, опять-таки, надо всего лишь использовать арсенал. Здесь ничего. Угу. Он, по-моему, да, он стоит не там, где должен стоять. Блин, меня бесит то, что я вот этого охранника не могу убить. Все предельно легко, на самом деле. Он же не смотрит сюда. Он только вниз смотрит. Он влево не смотрит. Смотрит. Спасибо, Юбитот, за то, что ты, блядь, убрал мне сквозь стены видение. Бэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Ты мог так убить справа налево. Добраться. Ну, наверное, мог бы. Ну, как ты видишь, это не так легко. Что? Отнести его в самое право? Он, по-моему, все равно увидит его. Даже если я его в угол комнаты засуну, он его будет видеть. Если он подойдет поближе. Может быть и нет. Бля, неудачно. Да пошел ты, пидор. Почему? Ну да, потому что я жду. Нельзя ждать опять-таки. Бэйбинь окружен стражниками. Мне нужно убить их. Так будет проще до него добраться. Вот почему надо убивать его вот так вот именно, чтобы... Убиваешь первого ходящего, относящего вправо. Ну, я говорю, он, скорее всего, его заметит. Ну вот, отнесу я его сейчас вправо. Потом убиваешь правого стоящего и тоже относишь вправо. Ну да, так легко убить вот этого типа, так, чтобы он не заметил вот этого типа. На самом деле, наверное, не так уж и сложно. Но для этого опять-таки нужно использовать штукенцы. Вот эти вот. Я не подходящий этот... Выбрал промежуток времени. Хотя нет, на самом деле достаточно подходящий. Просто сам затупил. Так, окей. Да, так попроще будет, однако. Ну, ползи быстрее. Так.
Да, такой склад трупов. Я прям реально вспоминаю, как я в команду сыграл. Ах ты ж падла. Да. Все получилось. Ну, две эти штуки потратил, блин. Но вышло. Так, по крайней мере, получ... Бля, еще трое. Серьезно. Господи. Да возьми ты труп. Да не, ну мразь. Она просто тупая манда. Это все, что я могу сказать. Тупая никчемная манда, блядь. Сначала залезла в эту щель вонючую. Теперь не хочет брать труп. Возьми труп. Б. Все, скинь его туда и сама сюда залезь. Что же за падла-то такая? Да иди ты сюда уже. Ты тоже иди сюда. Чё ты там стоишь один, одинёшенек? Так. Окей. Так, чё у нас ты делаешь? Блин, два этих. Один вечно смотрит вниз? Нет, не вечно, к сожалению. Он смотрит на этого. Он поворачивается. Да, стоит, разворачивается. Ну, в этот момент он и умирает, в принципе. Да. Он же не смотрит вниз здесь. Нет, не смотрит. Это его ошибочка. Можно было и эту штуку использовать, конечно. Но зачем? Если можно и так. У меня другой вопрос, куда дальше идти? Зачем я вообще сюда пришел? Пошумим. Пошумим. Я реально не понимаю, зачем я пришел сюда, если здесь тупик. Нет, ну подожди, здесь сейф, сюда важно это ведет. То есть, очевидно, мне сюда. Но что-то я не вижу прохода, чтобы туда наверх подняться. Вы видите? Потому что я не вижу. Даже если я на этой штуке поднимусь, допустим. Что мне это дает? Я могу вот так вот сделать. Ну, это довольно бесполезно, хотя и выглядит забавно. По низу, вероятно, надо. Но я не вижу, куда по низу-то. Куда по низу-то? Внизу пиздец. Внизу аул. Они же не хотят мне сказать то, что я зря эту комнату проходил. Вот эту. Ну, я... Чё-то геймдизайнер, походу, у Тодда чего-то нахватался. Юбитод. Отсюда я пришел, блин. Не может же это быть тупиком в итоге. Такой длинный путь, который в итоге стал тупиком. А, по окнам. Блять, ну эти окна не выглядят, если честно, как что-то, на что можно держаться просто. Потому что в этой игре раньше они не использовались как... А, все равно головой ударилась, блин. Хренова баба. А, вот, ну, да, эти... Точно. Ну, можно было догадаться. Я понял, что по низу, но вот эти окна, они мне как-то совсем не приглянулись в плане того, что за них, типа, цепляешься.
Угу. А вот и мои любимые штуковины подъехали. Есть. Так, и чё, зачем мне? Тут скрипучий пол. Это скрипучий пол? Как это может быть скрипучий пол? Не знаю, лучше здесь его убью, да и все. В чем проблема-то? Так, теперь я ощущаю проблему. Ну, в принципе, не сильно. Сейчас. А, можно прямо сейчас это сделать, да? Прям вот отсюда. Ну, у чувака же фонаря нет, он меня не найдет, по идее. На самом деле, я думал, то, что здесь такое разнообразие врагов и все такое, но по факту они встречаются там пару раз за игру. Эти упыри с фонарями. Может, в новой игре плюс, типа, их побольше? Ой, да иди сюда, не хочу даже париться по поводу тебя. То есть я мог бы, конечно, сделать и вот так. Вероятно, так, типа, и они рассчитывали, то, что так и надо делать. И вот так. Так, мне нужен еще один этот. Если чё. Стражник с пилюлей, или как там это говно называется. Люпилей. Почему-то дверь с петушиным, ну, каким-то звуком, дверь открылась. Блин, могу идти. Я, блин, прыгнул в эту фигню. Но у меня полный заряд. Походу могу налево, могу направо. Так, ну поскольку здесь есть враг, то я... стопудово иду сюда, тем более, что это враг с пилюлей. Пищали. Теперь Вэйбинь враг остался пищали. Один. Новая капа великолепна. На них же еще мушкетер полил пищаль. Что? Блин, у меня полный эти. Не знаю, о чем вы. Я великолепен, капа не великолепна. Новая. Блин. И все это ради того, чтобы... А, ну ладно, тут хотя бы сундучок есть. Есть. Да. Как я и сказал, есть. Я уже синхронизировался на этой карте, типа, какой в этом смысл? О, там какая-то ДНК бы... А, я понял, что это. Я понял, понял. Справа. Но я, кажется, уже просрал. А, нет, я, наверное, этот момент не просрал. Я сейчас туда пойду. Вон там справа, значит, это. ДНК — это хеликс-шкала, чтобы она не значила. Ебать, ебать. Обязательное использование хеликс-шкалы, насколько я понимаю. И причем оно заполняется полностью, типа. Так, блядь, я хотел убить его, чтоб вас за ногу. Стоп, Бля, этого не убил. Ну, наверх я туда не полезу, по идее, я же этот сундук, типа, брал уже, да? Это ведь так считается, то, что я сундук... Это ведь считается, что я брал сундук, теперь нет? Теперь Вэйбинь остался один. Я ведь брал сундук, да? Да, брал, окей. Когда я в следующий раз накосячу, значит, можно будет не заботиться об этом.
Это... Ну она манда, тупая. Она полгода эта сука делает. Надо вплотную подойти. Ну тут больше нет укрытия. Чтоб тебя за ногу. Бля. Иди сюда, чмо. Ух, какой же ты мерзкий. Теперь Вэйбинь остался один. Вэйбинь, да. Хоть бы, блин, катсценку свою начали с того, что я здесь, типа, с этой, за укрытием стою. Так, здесь меня вроде никто не должен палить, да? Или должны? Сейчас посмотрим. А, так это не... Ах ты, блядь, Юбитот! Юбитот топовый! Мне надо ждать постоянно теперь эту фигню. И постоянно смотреть кат-сценку. Теперь Вэйбинь остался один. Окей, на этот раз я проскользил, по крайней мере, как мне надо. Не в ту сторону, дура. Так, ну и чё, он меня заметит сейчас? Да, заметил. В тот раз я, значит, всё-таки из-за того, что Хеликс, Хереликс активировал. Как уголь активирован. О, можно даже этих ублюдков не сагрить. Теперь Вэйбинь остался один. Сейчас, сейчас мастерство... Я в стелсе. Бля, можно было не включать, наверное, даже этот стелс. Блять, нет. Похоже, что нужно было включать. Ах, Юбитот. Придумал же. Чекпоинт тайм. Теперь Вэйбинь остался один. Пошли. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Нет. Не хотят со мной идти. Сейчас. Ну тут очевидно они хотят, чтобы я использовал это говно. Вот это вот их. Говно вот это вот, короче. Говно. Ладно, сейчас. Должно сработать. Попробуй сразу спрятаться за правую колонну, но с правой стороны. Да, это не нужно сейчас. Этот пидор труп видит. Значит, этого сначала убьем. Но сначала, естественно... Но сначала мы убьем вот этого. А потом уже мы убьем этих. Теперь Вэйбинь остался. Теперь Вэйбинь остался один. Ну сразу спрятаться за правую колонну без этого Хеликса не получится. С правой стороны. Ну а с этим Хеликсом ты как не прячься вообще насрать. Блять, а почему он увидел? Он разве разворачивается? Ёб твою мать, Юбитот. Мне казалось, что он просто стоит и палит в одну сторону. Он всегда так и делал. Какого хера сейчас он начал разворачиваться? Ведь не было же такого раньше. Теперь Вэйбинь остался один. О, господи. Да не с этой ты стороны, дура. Ну-ка, вот давайте наблюдаем за ним.
Разве он оборачивается? Нет. Он не оборачивается. Он смотрит всегда в одну сторону. Но по какой-то злоебучей причине... Вот сейчас он обернулся. То есть он это делает раз в полгода, и именно вот в эти вот полгода момента я попал, да? Давайте я его подальше, блядь, спрячу. Я не понял, тревога была сейчас, нет? Вроде не было. Я не понял, почему я удар ему не нанес, блядь, а просто в спину ему прыгнул и ногами ударил об спину. Но вроде как тревоги нету, правильно? Будьте бдительны каждую минуту, иначе пеняйте на себя. Мне налево вообще надо. Во-первых, там кто-то есть. Во-вторых, я слышу петуха. Так. Только ради петухов и живу. Так. Будьте бдительны. Ну, это занимательное, конечно, место, ракурс и все такое, но немного бесполезное вам, мне кажется. Да, блядь. Дебил, юбитот, какой же ты конченый. Ну, по идее, считается, что я убил того, да? Бля, как туда пройти? Как-то сверху, слева. Я хотел просто к краю подойти, она взяла, блин, свесилась. Ну, тут, очевидно, надо вот эту фигню использовать, иначе, я думаю, никак. Ну, пошумим, как говорится. Он просто смотреть будет, да? Он не подойдет туда? А, к сожалению, нет. Тоже не подойдет, да? Хлопушка нужна обязательно. Да вы чё, пидоры, вы угораете надо мной, что ли? Хули вы на одном месте стоите, мрази? Почему они стоят на одном месте? То есть они вообще не собираются сходить со своего места, да? Сколько же ресурсов я на них потратил. Одних тротиков, блин, наверное, штук 80. Ну, 3, по факту. Или 2. 2 обезьянка. Ползи. Так. Что у нас здесь? Ну, здесь нам вниз надо. Так, ну вот этот какой-то парень совсем не защищенный. А, нет, смотрите-ка, его защищает вот тот тип сверху, да? Ну, не очень эффективно защищает. Да не прячься ты, манда! Тут надо так к телу, короче, близко встать, чтобы... чтобы сработало все, что нужно.
Так. О, тут квестовая шняшка. Тут еще эта фигня и эта фигня. О, тут этот смертник ходит. Нельзя его убить, да? Это был ласт? Я не все еще сделал на этом уровне. Где Джан Юн? Ближе. Ближе, чем ты думаешь. Он здесь? В Наньяне? Думаешь, ты умна? Думаешь, ты сможешь перехитрить нас? Мы знаем про Ван Янмина. Пока ты выслеживала меня, Джан Юн выследил его. Скоро ты станешь последним ассасином в Китае. Я осколки анимуса не собрал из-за этой фигни. Да и насрать. О, шумовые дротики, у меня их 6 штук уже. Господи, как же они ебошны. Быстро восстановлю здоровье. Я не дерусь, чтобы у меня здоровье. Удерживайте, идете, пригнувшись, чтобы передвигаться быстрее. Ей, наконец-то она не будет как черепаха ползать. Ты рак, сам ты рак. Кто если знал? Джан Юн здесь, в Наньяне, я должна найти его, пока он не нашел Ван Янмина. Кто же знал, что это последний этот, что это босс? Так, Джан Юн намерен убить Ван Янмина и Шао Цзюнь. Должна как можно быстрее выбраться из дворца, пересечь мост и добраться до окраины города, чтобы спасти учителя. Все, как можно быстрее, как можно быстрее, как можно быстрее, как можно быстрее, как можно быстрее. Блин. Не спать? Ну да, наверное, не стоит. Вы куда? А как мне вас убивать? Как мне их убивать, если они так, так неправильно делают? Бля, обоих согрел. А, не, похоже, все хорошо. Черт. У него была уникальная моделька. Да, я че? Я, думаешь, разглядел эту модельку, ее вообще видно было только с этой. Ну, хоть одного убью. Хотелось бы двоих, конечно. Я не могу выбирать, почему. Вот, теперь могу. Хотелось бы, конечно, двоих. Ну-ка, я могу из этой штуки кидать вот эти штуки? Могу. R, реализм. Шары. Какие еще шары? Нет! Нет! Хорошо. Труп исчез, но я же убил его, правильно? Анимация смерти была? Была. Все. Сука, зачем оно тут? Зачем оно тут, если это... А, так это... Ну ладно, я, пожалуй, не буду здесь. Все-таки будем следовать... сюжету тогда давайте, раз уж мне нужно как можно быстрее из дворца уйти. Ну просто я безусловно мог бы заняться всеми этими делами, убивать их всех. Ну ладно, будем откровенны. С какой скоростью я, кстати, теперь по... Ой-ой-ой. Блять. 怎么回事啊
Бросить труп, залезть! Сука. Тревогу подняли. Да пошли вы. Уничтожьте башню. Слушайте, ну я хочу уничтожить башню. Я очень хочу уничтожить башню, но блин. Игра не хочет, чтобы я уничтожал башню. Ладно, всех их перебить, конечно, было бы проблематично. Ну, а я сейчас собирался, типа, то, что они, типа, вы... Суки. А как уничтожить башню? Да снизу ее подорвать чем-нибудь. Давайте подорвем башню чем-нибудь. Зачем здесь это место? Для чего оно здесь нужно? Кстати, я думал, что у меня этот хеликс контр на максимуме. Но раз он не на максимуме, давайте вернемся тогда. Очевидно, патрули кончились. Господи. Стоп. Хорошо, мне вниз надо, вероятно. Стоп, здесь же квест. Не то. А, квест вообще за... А, вон там квест. Окей. Не понял. Судя по этой, по карте, там, короче, квест. Вон там. И там проход, судя по карте, опять же. Вон, видите, типа, если смотреть с такой этой, то там палка такая, которая ведет. Но здесь палки нету, очевидно, наебалово. Ну, мы снизу, наверное, пойдем. Снизу будут палки. Судя по всему, кинем пару палок снизу. Так, мои дротики. Я их потратил. Парочку. Да, вот снизу есть палка. Так, ну тут делать-то особо нечего, на самом деле, насколько я могу судить. Ты допрыгнуть не смогла, блин. А вот там уже есть что делать, судя по всему. Да, блин, зацепляйся ты по-человечески. Ага, вот слева квест, окей. Это были не те палки, которые. Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание. Уж не те, не той ли фигней, которую я только что нашел. Прям даже не знаю. Трум-трум-трум. Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание.
Почему он не... Сука, он подошел и развернулся. Он должен был подойти и смотреть в землю, блять. Разве в жизни мост не так происходит? Охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание. Вот, видите? Почему нельзя серию убийств сделать? Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание. Чё за подстава? Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание. Да почему, блядь, она бьет его, я не понимаю, почему не убивает с этой, со стелса? Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь мне внимание. Мне может кто-нибудь объяснить? Ну сейчас окей, сейчас я слишком долго это все делал, но, блядь, в предыдущие разы... Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание. Да, блядь, что? Что не так? Типа он слышит, как я убиваю того, ну какого хера он так быстро реагирует, я не понимаю. Я у него за спиной моментально оказываюсь. Ладно, будем по-пидорскому. Нет, не будем по-пидорскому, он моментально разворачивается. Я хотел, типа, медленно все делать. Ну, мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание. Хорошо. Я потрачу две бомбы. Мост под надежной охраной. Нужно чем-то отвлечь внимание. Да, блять, тут нельзя за... Короче, пока анимация этого убийства скрытого не пройдет, нельзя этот, короче, проводить. Нужно чем-то отвлечь внимание. Не появляется, короче, это говно. Пидор. Так, а где-то здесь я должен уничтожить. Да? Нет? Да какой флешкой? Флешка это не для меня. Так, вот эту башню я должен уничтожить. То, что мне нужно. Мешкать нельзя, или я тоже взлечу на воздух. Так, у меня 50 секунд на то, чтобы свалить. Но я уже фейлю, типа, потому что, очевидно, надо немного не так это делать. В жопу иди, кусок анимуса. Хотя его же один раз взял, и дальше будет, типа, проще. И больше второй раз не придется брать. Ну ладно, я, скорее всего, еще и зафейлю тут, так что... Что ничего страшного. Не, смотрите-ка, не зафейлю. Тут прям реально дофига времени дается. Блять, мост под надежной охраной. Ёб вашу мать. Что, нельзя было... Нужно чем-то отвлечь внимание. Под надежной охраной. Сейчас все будет. Взрывчатка — то, что мне нужно. Мешкать нельзя, или я тоже взлечу на воздух.
Поехали. Возьмем этот кусок анимуса. Развернемся. И, естественно, успеем добежать до конца. Потому что я правильно знаю, что делаю. Блять, я сейчас умру. Хотя нет времени, на самом деле, действительно довольно много. Еще и этот кусок подниму. Такой взрыв. Ну ладно. Я надеюсь, сейчас-то чекпоинт прошел. Прекратите это безумие. Они мне ворота открыли. Я выполнил побочную миссию, они открыли мне ворота. Ну блин, взрывчатка у меня полная. Что-то я все загрил, короче. И все равно сработало. Блин, вниз спуститься, что ли, надо еще? А как вниз спуститься? Что-то я не особо представляю, как тут вниз спуститься. А, ну теперь представляю, в принципе. Так вот. А ты что тут стоишь такой хороший, чувак? Давай ты умрешь. Вот на другую сторону. Как пройти? Это уже интересный вопрос. С другой стороны, очевидно. Блин. Давайте. Чё делать-то? Ничего не поделаешь. Не могу же я оставить в живых этого парня. Он же тамплиер, правильно? В погоне за куском анимуса. Да, я не знаю, зачем он нужен на самом деле, но... Ой. Ой. Черт, у них такой хороший этот. Они так хорошо расходятся. Я что-то этот момент пропустил. Я думал, они всегда друг с дружкой стоят. А, что ты вниз посмотреть хочешь, мразь? Давай, иди отсюда. Иди вправо. Кыш. Кыш. Давай. Вот. Молодец. Так, ну тревоги нет, так что не считается. Так, а ты... А вы тут что делаете? Ладно, давайте я спрячусь вот здесь пока. А, и здесь нельзя прятаться. Какой у вас путь? До меня дойдете. Очевидно. До этого парня дойдете? Давайте я его скину. Можно в воду скинуть, но нельзя. Тут есть специальное место для... Блин, ну надо его скинуть. Так, ну чё, надо как-то приманивать. Свистом-то, наверное, не достанем до них. Но вот эти вот штуки плюс свист должны сработать. Да ладно, блядь. Я считаюсь сейчас на другом уровне, не на том, на котором они, да? Нет, на том, на котором они. Так, ну давай, разворачивайся. Разворачивайся и прими свою судьбу. Так, ладно, не знаю, зачем мне эти ребята. Они, как всегда, бесполезны. Или нет?
Похоже, через этого придется все-таки с помощью этих идти. Он, небось, опять неубиваемый. Какой отстой. То есть... Блин, но он неубиваемый. Вроде светло, хорошая видимость, а стражники не дальше 10 метров. Это норма. Да блядство, что это за чекпоинт нахер? Ты что, блядь, издеваешься что ли надо мной? То, что я типа не успеваю идти вместе с ними. О, хорошо, кстати, что здесь они есть. Есть что-то еще даже. Кусок анимуса, мой любимый. И тоже что-то еще, смотрите. Бля, тут, наверное, можно было пройти тогда. Что это? Да, да хватит. Тут можно трос. Блин, у меня не работает нож метательный. Во. Сука. Я так понимаю, это альтернативный путь или типа чего? Она не может метать нож почему-то. А, ну да, я должен был пройти тут, сбить эту лодку, полна, по лодке сюда, понятно. Это был альтернативный путь, я его не нашел. Мой путь мне нравится больше. Так, а это куда ведет? А, прям сюда и ведет. То есть нафиг эти бомжи не нужны на самом деле. Вопрос только один остается. Как успеть убить их всех? Плохо вышло. Не, на самом деле нормально вышло. Сейчас все сделаем, поэтому... Все сделаем сейчас шикарно, что будет. Ну, этот парень неубиваемый, типа, я бы рад, конечно, его прикончить, но к нему нельзя тупо залезть. Так, надо разогнать всех этих горожан, блин, а то чё они мешаются тут? Сейчас. Сука, почему она не могла его убить? Мразь. Господи, бля. Почему скрытое убийство тупо не работало? Отличная, кстати, просветка, блядь. У меня коричневая полоса, блин, вместо персонажа. Я не вижу, типа, в какой момент я... Так, давайте эти штуки поднимем. О, не все восстанавливают, у меня их 6 максимум. Хватай тело, хватай тело, хватай тело! Эп! Не, пиши тут. Так, теперь мне никто не мешает.
Посмотрим, что это внизу у нас, кстати. Кусок анимуса. Давай пролазь. Блин, вроде обещали, что она быстрее начнет ползать таким образом. А, окей, тут тупик. И зачем было это делать? Не совсем понятно. Если тут тупик. Блин, я так далеко не могу свистнуть, к сожалению. Блин, вот тут сейф не помешал бы, реально, что-то тут как-то... Как-то тут нету. Да. Не то. Не это, не то. Даже не знаю. Сыкотно, что ли? Сука. Да, блядь, что ты делаешь? Что сложного, дротик и свист? Да, ну вас. Да спрыгни ты, блядь. Сложно в том, блин, что там сверху ублюдки палят все. Блядь, чуть не спалился. Разворачивайтесь и валите отсюда. А он в то окно даже не смотрит. Можно тупо между окнами встать и, наверное, уже не заметит. Так, вот в это он смотрит, а в то нет. Вот в это смотрит, и вот в это смотрит. Как же плохо я сыграл. Ну ладно. Терпимо. Вопрос один. Могу ли я вот отсюда вот их убивать? Да, могу. Так, только как лучше сыграть? Угу. Текс. Текс, текс, текс. Забыл. Они ведь понадобятся. Наверняка. Шумовые дротики, вот это самая прикольная тема. Ну, тут понятно, то есть, как сделано все. Типа, если ты... Милишник, рукопашник, то тебе нужны кинжалы, если ты этот... Придурок, то тебе нужны, наверное, бомбы для оглушения, которые оглушают, но не убивают, как бы, и ты можешь пробежать. Или типа того. Ну и чё? Что, опять обучалочка?
Окей, спасибо. Вообще тут всю игру ничего такого не было, типа, но здесь они решили мне по какой-то причине показать. Сука! Блять. Киш. Вот. Так, ну этот умирает вообще без вариантов, типа. Ха, я могу даже двигаться, типа, в этом состоянии, прям так убивать. Но я немного налажал. Да не, в целом изи какое-то. Что-то совсем легко, смотрите. Показываю один раз. Может, два. Так, вот отсюда можно, интересно, будет спрыгнуть на них? Потому что если нет, то это отстой. Господи, легчайшее. А что это такое? Ну, я так полагаю, то, что это фигня, чтобы... Что? Нет, я не понял, что это за фигня. А, я понял. Я мог бы пройти здесь, типа. Я сначала думал, что это, типа, как мой шумовой дротик для отвлечения или типа того. Но оказалось, что нет, это не так. Господи, они так далеко друг от друга. Умри просто. Я вообще не знаю, что... Только не говори, что ты его можешь заметить. Спрячься, брат. Я тоже спрячусь. Хм. Это, походу, нельзя. Я вот не знаю, что это за дротик? Что он делает? Я тупо не понимаю этого. Да я, блядь, дротик пытался посмотреть, что... Что это за говно, блядь? Что-то дверь куда-то падает в какую-то жопу мира. Хер просышь. Дерьмо. Бесполезное дерьмо. И он такой, так мило с его стороны было остановиться. Ладно, я, естественно, мог убить его просто элементарно вообще. Но из-за того, что я решил постричься за говно непонятное вообще. Вот, вот для чего нужно обучение. Но, блин, не для всякого говна, которому тут обучают. Вообще непонятно. Да... Давай. На всякий случай. По-моему, он не достает и так, и так. Типа это на него не работает? Я думал, работает. Хм. Окей, на него, наверное, не работает. Он действительно, типа, он же такой супер... Супер, блин, ультрасенсорный. Хрен. Ну, я могу и подкрасться к нему, на самом деле.
Ага, типа так он. Блин, или не могу подкрасться к нему. Могу. Чё за... А, я понял. Типа охрана не выходит, если я сбиваю эту фигню. Окей. Я сбиваю эту фигню, и охрана не выходит. Окей, окей. А, канатик. Я понял. Канатик. 520. На золотце прошел, в принципе. Я доволен. А у меня есть карта этой фигни? А вот и квест. Буквально в следующей постройке. Может, это финал игры? Не, не похоже. Не похоже на финал игры. Но не удивлюсь, на самом деле, если это будет он. А можно на улице выйти, наверное, да? Хм. Давайте. Ой, нашего учителя убивают. Нет. Вот она. Наконец-то. Видишь, девочка, твоя драгоценная шкатулка у меня. Убить ее. Не, куда ты пошла? Почему она не разворачивается? Она не слушает меня. Блять. Нет, не то чтобы сильно устраивает, там у меня два живых тела. Не, на них работает эта фигня. Как минимум в подкате, в прыжке, может, я не вовремя нажал кнопку в тот раз. Но в подкате работает, как мы видим. Разворачивайся. Не хочу тратить на тебя еще один этот. Разворачивайся, суч. Серьезно? Он будет просто стоять на месте, бля. Ну, тревога не считается, так что я доволен в целом. Тревоги не было ведь? Не было. Видишь, девчонка, твоя шкатулка у меня, убить ее, и стелс продолжается. Я думал, типа, она выдает себя. Ты что? Ты глупый. Бля, как их тут много, слушайте. Слушайте, они меня здесь заметят. Блять. Сука, почему он такой медленный? Развернись. Кусок ты, утырка. Разворачивайся. Так, справа двое точно. Слева может быть один только. Кто знает, кто знает. Так, ну тело тут можно спрятать, по крайней мере. По крайней мере, спрятали тело.
Так, а где это? А, вон он. Это он, да? Ладно, он туда-сюда патрулирует, что ли? Ну, этот все время вниз смотрит, типа, с ним проблем быть не должно. Ну, придется потратить одну эту, наверное. Одну, один дротик звуковой, шумовой. Ничего уж не поделаешь. Хотя... Не, походу придется в любом случае. Чтобы отвлечь. Ну тут музыка хоть какая-то начала играть. Она нифига не китайская, как по мне. Блять. Плохо получилось. Убейте солдат. А, это основной квест. Убить всех солдат. Ну, кстати, смотрите, это основной квест. То есть, как бы не поспоришь даже. Придется убивать. Такие дела. О, пацаны, всем привет, привет. Ты просто не заслуживаешь жить, чувак. Ты слишком долго в такой опасной боевой ситуации смотришь, сука, в этот. Вниз. Ну, в стену, то есть. Ну, не знаю, его тут вообще хоть кто-нибудь может вообще обнаружить. Спрячу на всякий случай. Так. Ну, тут все ясно, на самом деле. Как их убивать? Этих двух последних. Я там спойлер какой-то прочитал. Так, ну вот. 7 из 7. Учитель, простите. Я не успела. Надо было действовать быстрее. Я могла остановить Джан Юн. Еще один уровень будет, наверное. Я могла защитить шкатулку. Какой прок вместе, если я теряю тех, кто мне дорог? Я могла бы спасти вас. Что? А, тень. Ну смотрите, за тень дают типа больше этого. Я правда не понял, где я стенил. Я вроде убивал всех по максимуму. С чего вдруг у меня тень какая-то прокнула? Ну, видите, за тень, типа, дают больше всего очков. Я не знаю, зачем тут нужны очки. Намного быстрее взламывает укрытие. Ну, окей. Похоже, я он все же умер. Одна из множества наложниц. Благодаря братству я узнала, что такое свобода. Поняла, что у меня есть будущее. Теперь пришел мой черед дать надежду тем, кто забыл о ней. Когда Джан Юн и Цу Цзюй будут мертвы, когда шкатулка окажется у меня, я займусь этим. Двое, сразу двое. Я вернулась к тому, с чего начала. Мое О, прошлое станет залогом моего будущего. Гейши в Японии вроде. Моя подруга, такая же наложница, как и я, теперь стала императрицей, и она рискует своей жизнью, чтобы помочь мне. Она знает, где искать Джан Юна. Но я боюсь, что ей грозит опасность.
Если тамплиеры заподозрят, что наложницы помогают мне, они убьют всех, не моргнув глазом. Ну, учитывая, что это Assassin's Creed, то тут, наверное, немного исторических есть этих. То есть в Китае действительно когда-то наложница стала императрицей, потому что... Ну, обычно они исторические некоторые факты соблюдают. Так, Джин возвращается в запретный город, место, которое она когда-то называла своим домом. Это чудо света, отличное. Императрица, с которой она дружила еще в те времена, когда они обе были наложницами, попросила ее о встрече. Чтобы встретиться с ней, Шао Цзюнь, нужно пробраться в крепость тигров. Что-то мне подсказывает, на самом деле, что императрица-то на самом деле злюка и на тамплиеров работает. Нет? Наверное, нет. Но это было бы так предсказуемо. Что такое? Смерть твоя. Оп. Так, ну ладно. Тик-тик-тик. Учитывая, что у хреновой императрицы, блин, куча этих тамплиеров прямо посреди, ну, ее замка, запретный город, там все дела, то могу предположить, что она с ними как-то доконтачит. Так, ладно, там, наверное... Там, наверное, кусок анимуса был какой-то. Ну да ладно. Вот, это точно кусок анимуса. Так, я могу ползти вправо, но не могу влево. Какой в этом смысл? Я могу здесь хотя бы выйти? А, да, здесь я могу. Окей. Большего мне не надо, на самом деле. Иди сюда. Не хочу даже за тобой бегать. Блять. Я думал... Ну, ладно. Еще раз засинхронизировать. Так, внизу говно, которым я не пользуюсь. Тут какой-то лев, который держит шары. Тут нифига нету. Что это за синхронизация такая? Сундук, квест. Основной квест причем. А где наложницы всякие? А вон одна наложница. Бля, какой огромный уровень. Вон вторая наложница. Император марионетка тамплиеров, так что императрица не решает. А, ну типа император... Нет, подождите, императрица без императора не... Это не может быть одновременно и императрица, и император. Либо одно, либо другое. А, вот первая наложница, прям рядом. Мы пошли спасать шкуру. Интересно, как они здесь их прорисуют. Этих наложниц. Давайте посмотрим. И чё, зачем этот подъем наверх? Обратно на башню, с которой я спрыгнул? Нет, вроде не она. Не, ну интересно же. А, отлично, я тут был. Интересно, но не настолько, чтобы... Так, чё ты делаешь? Чё ты стоишь тут? Иди куда-нибудь. Так, ну на довольно долгое время. Вообще, иди сюда. Не, нельзя, да? Он на довольно долгое время отворачивается. И это и станет его смерти. Такие дела. Вы что, думали, я шутки с ними шучу? Так, это первое. Умоляю,
эти наложницы в опасности. Надо убить стражников, которые их охраняют. Дать девушкам шанс выбраться отсюда. Хватаем и бежим. Киш. Интересно, сработает мой план? Сработал. Так, а как вниз-то спуститься? Через окно? Я не совсем понимаю, что происходит. Спрыгнуть нельзя. Я... Ну ладно, наверное, только со входа. Пошли спустимся в другом месте тогда. Вот здесь. А, ну да. Ну спускайся, давай. Так, секундочку. Так, мое. Эй, наложница, я иду спасать тебя. Юху! Блять. О, тревогу не поднял, все в порядке. Я что-то ему... Прошу, помоги и остальным. Что-то в спину ему так пострел. Пнул. Так. Зойта. Прошел на Зойта. О, новый чувак. Или это опять какой-то босс? Давайте почитаем на всякий случай. Этот. Что это за новые ребята такие? Наложница, императрица Джан. У императрицы Джан было 4 жены. А, у императора 4 жены, императрица... Да господи, да господи. С второй его супругой в запретном городе, с подругой Шао Цзюн. Девочки постоянно боролись за внимание Чен Дэ, но Шао Цзюн, будучи талантливой танцовщицей, всегда опережал свою соперницу. Чен ничего не могла ей противопоставить, поскольку, следуя традициям, бинтовала ноги и потому не могла танцевать. Должна в одной из императорских наложниц. Ситуация изменилась, когда император умер, к власти пришел Цзян. Несмотря на жестокость, но стала императрицей консортом, затем императрицей. Она не принесла императору наследника и всего через 6 лет потеряла свой статус из-за постоянных конфликтов с мужем. А, окей. Отличная идея дать девушкам, которые ни хрена в жизни не делали, выбраться из дворца на мороз. Их эксплуатировали. Нет, не... Чё, блядь, за подстава? Пидорство. Просто лютое пидорство. А я так и не почитал, чё, блядь, мастер делает. Сейчас, если окажется то, что его нельзя, типа, убивать... Видали? Ну и говно. Так, сейчас. Мастер. Мастер. Запас здоровья большой, значительный урон, особо наносит контрудар, обычные атаки спереди, да, ответный удар, самый опасный противник, он быстро двигается, может блокировать и атаки спереди и сзади, а также наносит контрудар, используйте все приемы, которые мы встречали, осторожные стражники искусно обращаются с сюрикенами, они летают быстрее, наносят больше урона, а еще у него нету брони, то есть если я кину ему нож в голову, то что с ним станет? Правильно, нихера, потому что он выживет, ему вообще насрать на все будет, потому что так. Хочет Юбитот. Разворачивайся, давай. Бля, мастер этот. Блять. Мне вообще не нравится эта ситуация, короче. В пизду. Что?
Ой, тебя я вообще не заметил, чувак, сорян. Сорян, что не уделил тебе достаточно внимания сразу же, но... А, там был сундук. Я к нему могу пройти, наверное, вот отсюда, да? А, можно было просто слева к этому сундуку пройти. А, нет, нельзя. Тогда ладно. Так. Так, ножички у меня фуловые, так что можно даже не восполнять. Так, а что мне отсюда делать? А, ножички кидать, очевидно. Да, я понял, спасибо. Тут не так много элементов в этой игре, которые я бы не понял. Вот те окна вообще есть, не выглядели, как будто в них можно было пролезть. Ну, а. Используй все, чему тебя учили, чтобы справиться с мастером. Хэт, подкат. Убил. На самом деле нет, я убил его в прыжке. Так, давайте карту посмотрим, может... Так, это фигня. Фигня. Ближайший квест. Фигня. Еще один квест, ладно. Так, что там? Тут где-то был этот. А, вот он внизу. Ой, вас тут... Блин. Как же так? Слушайте, как их на такой этой убить обоих? Что-то я даже не представляю. На них еще и смотрит постоянно. Ну, слушайте, вот эта вот задачка уже не из легких. Хм. Эй, ну, блин, они не спускаются, типа, что мне с ними делать? А если я убью дальнего, то ближний согреется. Они постоянно видят друг друга. Вот эти вот левые писюлины. Может кинуть, не может убить. Что? Она может на расстоянии нескольких метров кинуть свои кунай на веревочки и использовать как лиан, но не может кинуть их в голову стражникам с пары метров. Нет. Ну, да, нет, не может. Блин, ну как по стелсу тут пройти, это ежу понятно, это изи просто, вообще невозможно, невероятно изи. Но вот как их убить, всех троих, рейншей с огромным обзором? Они же не спустятся, то есть их приманить никуда нельзя, они не уйдут со своих постов никуда. Даже если бы я мог убить хотя бы вот этого вот, который арбалетчик... Ну, даже его я не могу, потому что он... Блять, кнопки забыл. Он меня заметил, да? Эй!
О, смотрите, 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 смотрите. Так, ладно, я уже начинаю верить что, в то, что это возможно. Попробуем, это глупость, конечно. Смотрите-ка. Ну, на самом деле, я использовал механику игры, которая должна работать, но она по факту не работает. То есть я не могу взять какой-то вот из этих вот трупов и скинуть вниз. То есть я мог бы их отвлечь, конечно, чтобы они налево смотрели, прыгнуть сверху вот на этого. Но я бы не смог вот так вот сейчас взять тело, типа, и скинуть его вниз. Тут, ну, просто нету такой функции. Поэтому в итоге они бы его запалили снизу, и типа тревога была бы. Меня это, естественно, не интересует. Но тело упало само. Так что... Тихо, не хватало еще зафейлить такой суперудачный трай. Ну и что дальше? Ну, увидел ты меня. А дальше ты что делать будешь? Глупый какой. Ну что, ты будешь продолжать смотреть в свое окно, блин, вечно? Будешь. Пизду тебя, Сет сломал всю мою систему. А чё у тебя была за система? Давай посмотрим. Заходишь снизу, под левым, отвлекаешь дротиком среднего, чтобы он смотрел наверх, свистом приманиваешь левого. Ну, зачем его свистом приманивать, если я бы и так его мог убить? Убиваешь левого, еще дротик к среднему, убиваешь... среднего. И правый видит, как я убиваю среднего. Он всегда на него смотрит. Более того, левый и средний находятся очень близко друг к другу. И даже, типа, если я отвлеку одного, то они все равно будут слышать то, что происходит друг с другом. Они... Типа, это так работает. Они слышат. Моя тактика нравится мне больше. Более того, моя тактика сработала. Типа, если бы она не сработала... Блять, кто там такой глазастый смотрит? Ну вот опять. Вот опять придется. Придется немного. И страшно-то как. А, не, не страшно. О. Нет, даже... нет. Мастер. The Master. Блин. Ну, то есть, клево, конечно, что я могу здесь спуститься, но у меня очень мало времени будет, чтобы их отвлечь. Ну, вот, давай, покажу, в принципе. Смотри. Как? Почему твоя... А, я не могу здесь спуститься. Я думал, я могу спуститься. Окей. Демотиватор. Сделай самопал, иди против системы. Окей. Не то чтобы я понял о чем-то, но да ладно. Лол, тут еще и снизу есть тело, оказывается. Я что-то его даже не видел. Но тут, вероятно, снизу надо идти.
Ну, давайте попробуем. Блять, ну не так. Ебать, они вообще ваншотят практически. Ну просто я хотел, чтобы она перепрыгнула, а она присосалась. А, тут можно. Тут можно слезть. Ну, не тогда. Не так. Не так, не так. Ну, очевидно, я должен успевать пробегать, типа. Ну спрячь ты тело, господи. Как же лагает игра, слушайте. Просто не по-детски. Там еще один меткий. Так, у меня один вопрос. Могу ли я вот отсюда, вот сюда? Могу. Хорошо. Вопросов больше нет. А-ха-ха. Отлично. Видишь, чем плоха твоя теория? Слушай, твоя теория бы сработала. Да. Я просто думал то, что тот меня сразу запалит, а он как-то не запалил. С дротиком. Тогда да, тогда там, в принципе, довольно... довольно проходимая тема. Нет. Быстро убейте. Что значит... Я забыл то, что в этой, с этой фигней нельзя, типа. В принципе, я могу убить его прямо сейчас, так что. Да не так. Вот сюда. Не, на самом деле, да. Она может кидать им в голову вот это свое Шэньбао, или как это говно называется. Но при этом не может использовать его в бою. Но вы как бы говорите мне то, что она не может метательный нож кинуть с такой силой, чтобы... Да, господи, убить противника, но при этом она кидает свой Шэньбао, который по факту тот же самый метательный нож, только с этим. Веревкой на конце. Да я не понимаю, что это, кто это. Как к тебе пролезть, чувак? Я хочу к тебе пролезть. Поверху. Давай. Вот, и убивает врагов, типа, любых. Неважно каких, просто убивает их. Блин, как тебя... Как-то по низу тут проход, что ли, был. А, вон, справа есть. Да блин. Да блин, залезь ты. Кстати, давайте посмотрим, что наверху. Наверху... Походу, ничего, это типа стелс-путь был. Но меня мало волнуют всякие эти глупые пусечные стелс-пути. Так, все в порядке, чувак. Не парься. У нас все норм. Блять, ну естественно, я хотел сделать все не так.
Ну ладно, сейф вроде нормальный, более-менее. Я же освободил здесь, да? Да, сейф был после этого. Ща, надо разобраться с ними. Какого хера они там стоят такие хорошие? Так, теперь вот эти двое, да? Слышим двое? Вроде да. Как стонешь, как пусечка. Так, ну тут вроде все норм. Шинбао кидается с большей силой, чем нож. Окей. Окей. Не, ну если нож нельзя кинуть с большей силой, чем Шинбао, то ну тут конечно. Метается за трос. Ебучую веревку к ножу прицепите, к метательному. Если это вам поможет убивать людей в крутых доспехах, просто сделайте это и, блядь, метайте метательные ножи с веревки ебучей. И убивайте так людей. Типа, блин, если это единственная проблема, по которой вы этого не делаете, то я не вижу причин не сделать этого. Прикольно. Тут можно переодеться или чё? Это бесполезная комната. Окей, это, я так понимаю, стелс-путь. Ой, по зелененькой теперь можно, оказывается, лазить. Я не понял, ты тут один, что ли? Один в поле воин, все дела. Блин, ты же даже до земли-то не достаешь своим обзором, чувак. Так, я здесь. Последняя баба тут, да? Ну, слушайте, я уже почти пришел к финалу. Если метательный нож привязать к веревке, то получишь Шинбао. Ну так пусть носит с собой несколько Шинбао. Почему в комнате с ширмами знак ассасинов? Я не знаю, чувак. Я даже не задумываюсь по поводу таких вещей. Так, последнюю наложницу спасти, но она внизу вроде, да? Она же внизу? А, я вообще сейчас иду в какое-то супер-мега-левое место. А, нет, все правильно, я иду. Слушайте-ка. Нет, походу неправильно. Наложница там была. А там вообще можно было пройти-то? По-моему, это единственный путь. Да, это, наверное, единственный путь. Тут даже и пройти-то нельзя никуда. Возможно, вернуться сюда можно будет как-нибудь. Но пройти, по-моему, нельзя. Эх, ну ладно. Так, допустим. И где эта наложница? Где вообще хоть кто-нибудь здесь? Ну ладно, я вижу хоть кого-нибудь здесь, так что... Есть. Что? Что нет-то? Вот проход. Там нет прохода. Что нет-то? Вот вам лишь бы запутать меня. Вот наложница.
Умоляй. Она умоляет. А что ты сделал для этого общества? Умолял ли ты? Блин, там см... А, нет, все в порядке. Я испугался. Так, а, вот. Там был проход. Не было там никакого прохода. Отстань. Бля, он же смотрит сюда, да? Сейчас. А, вот скажите еще, что она это Шэньбао, блядь, за веревку кидает с такой позиции. Давайте, давайте, оправдывайте, говно. А, он единственный, что ли? Юху! Но я все равно тебя спрячу подальше. Ну или нет. На. Блядь, нет, плохое место, Нет, ладно, сойдет. Все, последняя. Последнюю шлюху спасли, все в порядке. Спасибо. Испарилась. Видать, джином была. Так. Если бы у тамплиеров были гладкие стены, этой хрени не было бы. Ну, гладкие стены, такое себе. Вон, в этом, в последнем, в Ассасине Синдикат, который там же... Там же, типа, архитектура клевая, все дела. Один к одному, с размерами, там, скопированные, ничего, они там лазят. Но, правда, тоже не по физике... Нифига, но лазит же. Зачем тут эта фигня? Не совсем понимаю. Ну ладно. Видать, не суждено мне, видать, понять. Эх, они все еще пытаются всякие такие штуки, блин, вставлять, думая, что игрокам еще не надоело делать одно и то же. Какие наивные. Так, что в этом? Ну, типа, отсюда можно спуститься вот сюда, взять эту фигню, но она у меня на максимуме, я ее не использую вообще, так что... Один раз, по-моему, использовал в игре. Не считая обучения шикарнейшего. Так, и что там у нас? Казачок стоит. Блин, ну я мог бы уже на самом деле. Вас двое, что ли, всего? Или сколько? Шпатлевка спасает жизни, то есть скоростное извлечение меча из-за спины тебя не смущает? Да, нет, я могу поверить то, что можно действительно надрочиться и меч быстро доставать. Особенно, если удобные ножны и все такое. Но, бля, кинуть с непонятно какого положения, без размаха руки, без нихера. Блин, а я что-то не понимаю, как к нему пройти. Опять там справа. Ну ладно. Он не дошел до меня, заебись. А?
Вот. 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 Чё, не знаю, чувак, тебе послышалось. А теперь иди на этот свист. О, уже. Иди на свист. Это птицы поют. Сука. Почему у него не пропадает? Давай, пропадай. Пропадай, тревога. Померещилось. А теперь иди сюда. Бля, теперь он не достает меня. То есть мой свист не достает до него. Так, давай. Я видел момент, когда достает. Вот в этот момент достает. Нет? Ой, какие же вы не очень-то, господи. Ты подойдешь? Он не подойдет. Серьезно, блядь, он не подойдет. Блин, вот из-за него мне придется загружать. Хотя. На него вообще хоть кто-нибудь смотрит? Ну, то есть, вот он. Тут вообще болтают эти ублюдки половину времени своего. Смотрят вот так. Зацепляют ли его они? Вот в чем вопрос. Да, зацепляют. А какую точку? Есть мертвая точка какая-нибудь? Которую не зацепляют. Справа, наверное. Или слева. Блять, манда тупая, она не запрыгнула, когда я хотел запрыгнуть. Блять, ну вот о чем я и говорю. Теперь полгода ждать, это говно. Бля, этот заметит труп, если я его сейчас приманю. Придется прятать. Это за спины нормально, дзян, лезвие 80-90 сантиметров нельзя. Или параллельно извлечение меча, поворачивать ножны, то есть использовать две руки каким-то хреном, еще вися на стене. Я не знаю, кстати, с ножнами на спине перекаты тоже не вариант. Да и подкаты сомнительные. Че ты... начинаешь. Хорошую игру Убитот сделал. Много хороших игр. Да какого хуя он вообще поворачиваться стал? Он никогда не поворачивался. Вот только вот с расстановкой чекпоинтов у Юбитода проблемы некоторые. Потому что, ну вот на кой хер? И вот почему сейчас? Сделай ты так, чтобы мне не пришлось ждать этого говна всего. Давайте, разворачивайтесь, идите отсюда. Все. Господи. Давай быстрее, чувак, иди. Это тоже что-то заподозрил. Давайте болтать, начинайте, ты начинай смотреть. Я тем временем убью. И спрячу тело. Так, теперь как-то этих двоих надо убить. Блин, на самом деле выглядит проще парить на репу, но из-за того, что я стою уже здесь, в плохой позиции, придется ждать. Ну, что поделать. Придется подождать. А я не могу туда по какой-то, блядь, причине запрыгнуть. Я просто не могу залезть вот сюда вот. Пиздец. Причем непонятно вообще почему. Да кончай прилипать к укрытиям, дура. Че, кстати, здесь есть что-нибудь? Нет, там вода. И как...
Я не понял, а как мне вообще туда залезть? Ну, то есть я не могу прыгнуть туда. А, только отсюда. Шикарно, шикарно. Ну ладно. Это не сильно усложняет на самом деле. Даже облегчает отчасти нашу работу. Хорошо. Так, а зачем вот эта нужна штуковина? Чтобы пробраться куда-то... А, здесь, наверное, по стелсу, да, может было пройти. Блин, ну я уверен, что там было что-то еще. Так, могу ли я здесь его убить? Вот в чем вопрос. Так, чтобы второй не заметил. А, ну да, могу. И даже спрятать его могу. Так, окей, что это за комната вообще? Как в ней жить? Я не совсем понимаю, зачем я сюда пришел. Наверное, только из нее можно, наверное, только из окна вылезти. Хм. Не, ну а тех двух-то надо как-то убить. Ну, я, наверное, вот отсюда к ним вернусь. Так, больше взрывчатки, которую я не использую. А стражников с фонариками в игре был только один раз, да? Два, по-моему. Может, три максимум. Максимум раз за три был стражник с фонариком. Зато вон с мушкетами куча. Это ж Китай. Тут огнестрелы придумали. Ну, правда... В мире ассасина огнестрелы появились очень рано, я бы сказал. Так. Как мне туда пройти? Может, через дверь? Нет, бред какой-то. Дверь. Тем более, что здесь нету двери. Ну ладно. Блять, и он сейчас повернулся и... не вовремя. Где я? А, ну я все нормально, в принципе. Давайте так говно возьмем. Есть. Да, есть, то оно есть. Такс, ну вот теперь, наверное, к этим двум можно пройти, да? То есть я, по сути, возвращаюсь сейчас. Похоже, то, что больше они ни для чего и не нужны были. Эти ребятки. Так вот, я не понял, а куда идти? Давай... А, ну, я понял, куда идти. Окей. Сюда идти. Я думал, сейчас на куче уровней появится вот эта фигня с изменением проекции и все такое. Так, чё, все, я прошел в... Ваше императорское величество, рада вновь вас видеть. В чем дело? Она мертвая, по-моему, уже. Мне жаль.
Ну, естественно, она предательница. Все, кто-то сомневался? Мне жаль. Мне не жаль. Если действительно такие тупые, что не поняли, что... То есть, ну... Она будет за них? Мы встретились вновь, Шао Цзюнь. Я узнал тебя в Наняне. Няняне. И вспомнил, что когда-то ты была наложницей и подругой нынешней императрицы. Она с удовольствием заманила тебя сюда. Ложь. У меня не было выбора. Она выбрала жизнь. Точнее, она выбрала свою жизнь, пожертвовав твоей. И я ее понимаю. Я прощаю тебя, сестра. Трогательный жест. Но абсолютно бесполезный. Блин, этот голос. Братство ассасинов не суждено возродиться. У тебя не осталось друзей. А та, кого ты считала своей подругой, предала тебя. Именно так мы и уничтожаем ваше племя. Такая жалкая и слабая. Как и твой наставник, которого я с удовольствием прикончил. И сейчас он из-за угла. Подойди Оп. Ближе, и я покажу тебе, какая я жалкая и слабая. Магистр, позвольте мне. Магистр? Так, ну... Да. Пока что Цзюнь и Цзюнь сражались, в городе разгорелся пожар. Победив Цзюнь, должна как можно быстрее покинуть город, чтобы не погибнуть в будущем пламени. Сука! Разгорелся пожар сам по себе. Оу! То есть мне это самому ничего не надо делать, да? И смотрите, мне дальше что... Да? Так я же не умею драться, блядь! Я никогда не дрался! Я не помню вообще, как драться! Я не умею драться! Я за всю игру только в обучении дрался! Блять, я сам себя убил. Я понял, это, короче, они пытались сделать боевку реально как в Принце Персии 8-битном. То есть там тоже был блок и удар, и хер ты просышь. Хм, я не совсем понимаю. Блять, а это на него работает? Бля, мимо. А на него не работают петарды. И блок почему-то не работает. Сука, ну я не дрался, вонючий ты говноед. За всю игру.
блять, просто видели, как я его убиваю. Это так смешно. И так плохо. Город вот-вот вспыхнет. Надо скорее уходить отсюда. Есть. Валим. Господи, все сейчас вспыхнет. Поднимись повыше, сестренка. Пизда тебе, сестренка, что-то не схватилось. А помните, как в первой части ассасинов можно было делать захват, откинуть на пол и быстро скрытым клинком убить? А, не знаю. Хех, фол еще нельзя пройти без убийства, а тут forced fight, куда катится этот мир? Это была великая битва. Да, зажать тупого болванчика NPC в углу. Это, конечно, великая битва. Великая победа Альянса, я бы даже сказал. Блять, она как прям... Она прям копчиком нахуй на этот прыгает. О, ладно, хотя бы есть этот. Не уверен, что так быстрее. Ну да ладно. Вот так вот точно быстрее. Город горит. Пожар повсюду. Бежим. Конечно. Зачем вам смотреть на этот, в ту сторону, с которого может прийти враг? Лучше смотрите в стену. Мои маленькие тамплиеры. Давай огонь. Распространяйся. Словно ты. Огонь. Как спит в России. Давай, окошко, спаси меня. Ой, похоже, я не то сделал. Бежим. Прыжок веры. Но выживем ли мы после этого? Нельзя, ребят, видите, стелс проебан. Я так и не играю. Крутись, дверка, крутись. Чё-то я не понял. Всё потому, что из стога сена нельзя, типа, долго так вылезать. Надо моментально это делать. Да, блядь. Она не допрыгнула, ребят. Я не совсем понимаю, почему, блядь, она... Управление. Чудо управления. Почему она у меня в первый раз не допрыгнула вот так вот? Пропустил кусок анимуса, но в принципе насрать. У нас напряженные моменты. Очень напряженные моменты. Прям мега напряженная. Но мне, кстати, нравятся ее цвета. То есть ассасины, они как-то с белым больше ассоциируются всегда. Но вот черный с красным сочетание довольно клевое. Русскому Борису, я думаю, тоже подойдет. Бл-
Блять, внезапно в городе разгорелся пожар. Сука, я с этого сюжетного хода до сих пор в шоке. Разгорелся внезапно. Чё это было, блять? Она просто уперлась в деревяху, я-то что сделаю? И опять уперлась просто в деревяху. И у меня прыжок не работает, чтобы... Я понял, там снизу надо прокатиться. Это же по физике невероятно логичное решение. Ну, посмотрите на этот пол. Я прям вижу, как он у меня в комнате также. Блять, и чё? Чё произошло? Господи. Ебанутая. Господи, какое же говно! Сука, я понимаю, почему у нее низкие оценки. И чё здесь-то делать? Там справа, что ли, было что-то или что? Блять, как же это плохо, ребят. Реально. Ёб твою мать. Ну и чё, я не понимаю. Вы видите, блять, куда здесь бежать? Давайте, чат, куда бежать? Вы такие охуенные, рак пишите. Давай, куда бежать-то? Вы видели игру столько же, сколько и я. Столько же секунд вы должны были успеть увидеть. Давайте, куда бежать? Я жду. Я могу за чаем сходить пока. У меня кончился. Могу пряников съесть. Чё, вы только можете писать, что я рак? А куда бежать, типа, вы сами не это, не знаете. Прыгай выше! Спасибо. Еще советы будут? Нет? Прыгай выше. Окей. Будем присматриваться. У нас же сейчас, очевидно, такой ненапряженный момент, поэтому будем присматриваться. Вот смотрите, направо нельзя. Слева пиздец. Наверх, но там наверх обычно выглядит по-другому, если туда можно Шенбандао запустить. Наверх? Нет, наверх нельзя. Прыгай выше, окей. Может, вдаль надо? То есть я неправильно, я жму вперед и прыжок, а надо прыгать как-то по-другому. Окей. Давайте, я прыгаю по-другому. Я вообще не успел. Я, то есть, не останавливался, я не успел. Окей. Миллиметражики у нас тут начались. Миллиметражики, ребят. Платформеры с миллиметражиками. Как же все мы любим платформеры с миллиметражиками. Блять, тупая. Она не взяла кусок анимуса. Она прыгнула. Почему? Миллиметражик, ребят. Ответ прыгать выше был правильный. Это выглядело как кусок говна. Ребят, прыгаем выше. Вообще, Тоха говорит то, что Синдикат лучший ассасин за последние годы. Надо в него тоже поиграть. Все. Кажись, Uplay действие завершено. $4.52. Ну, недостаточно высоко прыгал просто. Я осколки анимуса не все собрал. Пойти в Rocket League поиграть, что ли? Увеличить урон так... Очень интересно. Я клинок, что скрыт во тьме. Моя добыча — Джан Юн. Я подкрадусь к нему в тенях. Мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. А потом случится пожар. Все тигры мертвы. Остался только ты.
Я заберу у тебя то, что ты присвоил. Мою шкатулку и мою страну. Страну. Теперь прям. Ты хочешь помочь Алтанхану и монгольской армии преодолеть Великую Стену? Ты позволишь этим варварам захватить нашу страну, лишь бы только не потерять власть? Им не прорваться за стену. Им не добраться до Китая. Я остановлю их, а потом приду за тобой. Какая-то мания величия у нее. Остановить монгольскую армию. Ну, судя по истории, у нее не сильно хорошо получилось. Шао Цзюнь победила тигров, однако Джин Юн все еще жив. Прежде чем отправиться лидером тигров, необходимо предотвратить исполнение безумного замысла. Монголы под предводительством Алтанхана не должны прорваться в Китай через Великую Стену. Нужно обыскать 3 сторожевые заставы и закрыть ворота перед монгольским войском. Теперь, оказывается, это ассасины спасли это все. Господи. Ну уже сладенький. Эх ты. Что вообще происходит? Он вообще смотрит когда-нибудь? Он отдыхает или он всегда смотрит сюда, туда-сюда, туда-сюда? Шестнадцатый век, а не 12-13. В смысле? Монголы, по-моему, довольно успешно через китайскую стену прорвались. Блин, а смотрите, этот упырь неубиваемый. К нему опять нельзя пробраться. Вонючий тот. Юбитот. Нет, Лерой, я... Намек... Блин, про Rocket League я имел в виду, типа, игра настолько плохая, то что я готов даже в Rocket League играть. Но по факту нет. По факту... Но она не умеет из-за угла убивать. Остался. Смотрите. Блять. Зачем она вообще прячется за укрытием, я не понимаю. Я не хочу, чтобы она этого делала. Ну иди сюда. А? Сладенький. О, нифига себе. Он, но него так не работает. Нифига себе. Да запрыгни ты, блин. Я не... Да не хотел я прятаться за эту вонючую, блин, стену, сука. Ну ладно, может сейчас получится, кстати. Да блять, не прячься за стеной, манда, зачем она это делает? Теперь он ее заметил, заебись. Ну ладно, все равно убил. Долбоебина, какая же она тупая. Я жму, чтобы вы понимали, вправо, чтобы просто она бошку заправо высунула и была готова пойти к следующему укрытию. Но нет, вместо этого она просто идет в следующее укрытие. Ладно, пора пользоваться говном. Гон!
Но, блядь, я же был вот в этом мега-стелсе ебучем. Опять-таки, обязательно налево класть вот эту вот херню, чтобы я за ней постоянно бегал туда-сюда. Спасибо. Юбитот, ты лучший. Как настоящий тот, только Юбитот. Она бросила за трос? Кто? Что? Не знаю, чем ты. Так, я надеюсь, дальше этого говна будет как минимум поменьше. Вот зачем это надо, если я могу тупо вот так вот сделать? Да ладно, а почему я не могу тупо так сделать? Они почему они начали настолько, типа, клёво себя вести, прям продвинуто? Ну, недостаточно продвинуто, чтобы выжить, но уже достаточно продвинуто, чтобы, типа... Есть. Обезьянка. Чем бы его отвлечь? Блять. Да ёб твою мать, управление, что с тобой не то? Ну какого хера? Чем бы его отвлечь? Да чем, чем? Не такой большой, блядь, выбор в этой игре. Показалось, показалось, не парься. Так. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну-ну-ну. От кого этот труп, кстати, можно спрятать вот в этом вот ящике, если на месте, где он стоит, типа, никто не в состоянии, в принципе. Он что, вечно будет туда смотреть? Бля, он вообще безостановочно смотрит вниз, что ли? Он иногда, типа, смотрит очень вправо или очень влево, но... И типа, пока он смотрит очень вправо, я должен успеть его убить? Ну, это довольно короткий промежуток времени. Ну, давайте попробуем. Ну, блин, плохо сейчас получилось. Ну, давайте сейчас попробуем. Нельзя. Не тупи, Сет, вверх ползти. Какой нахер вверх? О чем еще? Ничего не знаю ни про какой вверх. Чем бы его отвлечь? Говном коня. Так. Так, если фунт так дала, ба. В принципе, я могу, наверное, тут это так работает. Блять, ну это тупо. Я не думал, что все так легко просто будет. Поэтому... господи.
У нее просто сбоку вот эти вот фигни, они выглядят как будто колья или типа того, как будто она не может на них. Но она, оказалось, сможет. Средневековье. Так, это карта. Я не понимаю, зачем мне синхронизация, если я, блядь, и так все на карте вижу, все, что происходит. Я думал то, что вот эти вот значки появляются только если я синхронизируюсь. А по факту... Бля, знаете, она такая большая, я так не хочу ее проходить. Давайте на сегодня закончим. Я сделаю платную подписку, я подпишусь, если будет смайл с клешнями. Подпишись на кого-нибудь другого, у кого есть смайл с клешнями. Наверняка есть у кого-нибудь.